Настя мне сделала вот такие цветочки. В 12 часов ночи на 8 марта подарила. Включила камеру на телефоне. Вот он, красавчик. Сидит там. С мячиком. Боже, какие у тебя красивые глаза. Ты фонарик включила, чтобы цветочки показать. Пушок. Глазки как светятся. Ой, как красиво, ой, как красиво. Мальчишка скажет, спалила меня, включила здесь фонарик. Он решил в темноте мячик погонять. Девочки, всех с праздничком! Поздравляю всех с 8 марта. Всем мира, солнца, тепла, добра. Всего самого-самого хорошего. С праздничком вас. Это Настя. Настя шашлык не захотела. Это ее любимая Филадельфия. А эти, не знаю, будешь ты есть или нет, в общем, взяла. Вот Филадельфию Настя очень любит. А я почему-то из всех роллов больше всего не люблю Филадельфию. А у нас шашлычок. Вкусненький. С лучком, с салатиком. Ой, кот унюхал запах. Ну вот и все, девочки. 8 марта прошло. Сегодня у нас уже другой день. Смотрите, хотела вам показать вот такие вот котлетки двойные. Вот. Взяла попробовать, в общем, 4 штучки. А, 6 штучек, да, я жарила вчера. Нам очень понравились. Сегодня взяла вот еще. Приготовим. В общем, котлетка. Там идет куриная грудка. Потом дальше сыр идет. И ветчина, и все это в панировке. Когда жарится, потом разрезаешь, там прям сырочек вытекает. Так классно. В общем, сегодня пожарим. И взяла вот такие фетучини. Фетучини сделаем сегодня в сливочном соусе. Сливочки взяла такие вот и сыр. В общем, такой у нас сегодня будет ужин. Сейчас растопим масло сливочное, добавим сюда сливочки 33%. Потом натру сюда сыр. И получится у нас вот такой соус. Все, добавила сыр. Сейчас немножечко загустеет. Настя села просто кушать, а я себе без курочки. А я себе положила курочку. Девочки, это божественный вкус. Сливки, сыр, соус получается отменный. Я бы, конечно, сюда с радостью добавила грибочков. Грибы я обожаю, я бы их везде... Ну, Настя грибы не ест. А вообще в идеале сюда бы, конечно, еще грибочки добавить. Вкус просто обалденный. Вкусно, Настя? Угу. Тюльпанчики стоят, радуют наш глаз. Красиво так, когда вот так вот стоят и всегда цветут цветочки. Интересно, тюльпаны выращивают дома в горшках, нет? Надо мне загуглить это дело, посмотреть. Розочка. Розу, кстати, вот показываю вам и себе тоже. Удобно мне очень потом смотреть, за какой период времени она у меня заново распушилась. Ой, сейчас мы ее вот сюда. Вот она у меня припрятанная же стоит. От кота-то все спрятанное. Вот видите, спрятала, так она хоть начала обрастать зеленью. Бутончик, смотрите, вот он. Вот же я вам вот показывала, он только начинал. Вот он будет, бутончик, цветочек. А где второй? Ага, вот второй на месте. В общем, все хорошо, все, цветочек. Нормально. Вот она, моя любимая розочка. Думаю, скоро она у меня зацветет. Может, к дню рождения, к моему как раз зацветет подарочек мне. Вот так вот стояла вся обкусанная, лысая, одни ветки. А сейчас, может, к дню рождения расцветет. Вот так вот, видите, приходится прятать. Ну, ничего, нормально, здесь ей окно-то днем открытое. Света ей достаточно, хватает, все хорошо. Вот, сейчас еще поставила сюда тюльпанчики, чтобы он вообще уже сюда на окно даже не прыгал. То есть места ему здесь вообще нету. Негде ходить.
Так интересно, видео потом пересматриваю. Даже вот, допустим, вот этот цветок. Смотрела, какой он был маленький, за какой период времени он вот так вот вырос. Вот это тоже, знаете, вот у вот каждого цветочка, я уже говорила, свое место, да. Вот они у меня стояли одинаково, вот эти два цветка здесь. И я вот этот утащила в зал. Посмотрите, как он растет. Это причем от одного дерева отростки были. Этот пушится, а этот, смотрите, как прямо вот так вот. Прямо весь ввысь. Вот он стоял в зале. И что-то как-то рост у него замедлился. Я вот его принесла обратно сюда. И вот видите, уже яркие салатовые. Вот, это новые. Все, уже новые вылазят листочки. То есть вот этим цветам вот здесь, допустим, комфортнее получается стоять, чем на другом окне, в другом месте, в другой комнате. В общем, вот такая красота. Каждый день бы, да, такие цветочки. Красиво. Смотрите, из котлетки как сыр вытек. Вот. В общем, сыра там прям много, вообще много. Ну вот и все, 8 марта прошло. Вот только недавно ждали Новый год, да? Уже Новый год закончился. И 23 февраля закончилось, и 8 марта уже прошло. Поздоровайся, Масюша. Поздоровайся, девочка. Поздоровайся, моя хорошая. Все, праздники закончились. Ну так вот уже и март, да, скоро закончится. Сейчас еще у меня день рождения через несколько дней. И все. Зубы, кстати, я... Мне же оставалось вылечить два зуба. И заболела я тогда. Отменила стоматолога. И мне перенесли прям ровно на месяц. Теперь мне аж 27 марта идти. Запись у нас сумасшедшая. Но, видимо, врач все-таки хороший, раз такая запись к нему. Настя там сидит на гитаре, прякает. Праздники закончились, теперь только ждем лето, озера, базы отдыха. Ой, как мне это хочется, как я люблю лето, вы не представляете. Я не знаю, вообще не знаю, есть ли еще такие люди, как я, которые вот до такой степени просто ненавидят зиму. Не знаю, Масюшенька у меня тут сидит. Масюшенька у меня сидит тут, девочка, старенькая она у нас уже девочка. Да? Настя, сколько у нас Масюши? Она у нас 2000 какого? 14 года. Или с 2015? Она с 2015, по-моему. Ей 7 лет. Надо посмотреть, кстати, с какого года она у меня. Настя достала блокнотик. У меня все записано в блокноте. У нас кошка была, я до этого рассказывала. У нас была кошка. Прожила 15 лет. И умерла. Девочка наша. Она точно такая же, как Пушок была. Расцветка такая же, все прям красотка. Умная кошка была вообще. Ну что? Вот, нашла я. Масенька у нас родилась 28 августа 2015 года. То есть ей будет 8 лет в этом году. Сейчас ей 7. Ничего себе, уже 8? Масенька, девочка, ты что такая? А кошка вот у нас умерла в 18 году. А Пушок... 21. А Пушок? 28 мая родился. Он родился... Ну да, он же у нас этот... 28 мая. Как там? Пограничник. День пограничника же 28 мая. Вот, Пушок родился 28 мая. Ему будет 3 года уже. Обалдеть! Вот только видео, да, снимали, где он маленький был? А мне в следующем году 13. Уже 3 года будет ему в мае. В общем, ладно. Все, всем пока.